сотрудники правоохранительных органов не обнаружили погибших под обломками истребителя Hawker Hunter, разбившегося в минувшую субботу во время авиашоу в городе Шорхэм-Байси в Сассексе, сообщил на пресс-конференции представитель местной полиции Стив Берри. Hawker Hunter по неизвестным пока причинам рухнул во время маневра. Падая, самолет загорелся, после удара о землю его протащило на большое расстояние. 7 человек погибли на месте, когда самолет врезался в поток ехавших по магистрали машин. Ранения получили 15 человек, включая пилота, доставленного в больницу в критическом состоянии. В воскресенье, после ночных поисков, количество погибших увеличилось до 11. В понедельник с места трагедии были подняты и вывезены обломки самолета. Мы не обнаружили свидетельств новых жертв, так что число погибших, скорее всего, останется на уровне 11 человек. Однако, пока мы полностью не завершим поисковую операцию на всей затронутой территории, я должен предупредить, по-прежнему сохраняется вероятность обнаружения новых жертв, и я не хочу спекулировать на тему их количества, сказал Берри. Полиция Сассекса утром предупреждала, что под обломками могут оказаться тела погибших. А поскольку самолет протащило по земле на большое расстояние, правоохранительные органы не исключали, что число погибших может достичь 20. Ранее Управление гражданской авиации объявило, что вводит ограничения на полеты старых самолетов и пересматривает правила безопасности авиашоу. Hawker Hunter, британский истребитель-бомбардировщик, состоял на вооружении королевских ВВС в 1950-60-х годах, некоторые машины использовались вплоть до 1990-х годов.